Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который проходит курс лечения в берлинской клинике Шарите, опубликовал в Инстаграм пост, где рассказал о том, как проходит его восстановление после отравления. Он говорит, что еще совсем недавно не узнавал людей и не понимал, откуда брать слова, чтобы говорить. А сейчас он может ходить, быстро листать страницы в соцсетях и ставить лайки. Тем временем министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Россия пока не разъяснила ситуацию вокруг Навального. Что касается России, то ее вклад пока не имеет ничего общего с разъяснениями. Вместо этого в клинику Шарите направляются какие-то туманные запросы или назначаются какие-то сомнительные следователи. Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. В Германии, куда его позднее направили на лечение, заявили, что он был отравлен ядом из группы «Новичок». Россия отрицает все обвинения в причастности к возможному отравлению.